На конкурс дети читают стихи. Лифонова Светлана, 12 лет. СОШ, номер 1, город Яхна. Александр Сергеевич Пушкин, «Зимнее утро». Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые снега взоры, навстречу северной авроры, звездой север явись. Вечер, ты помнишь, юга злилась, на мутне мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, и ты печальная сидела, а нынче погляди в окно. Под голубыми небесами, великолепными коврами, блестя на солнце, снег лежит, прозрачный лес один чернеет, и ель сквозь синий зеленеет, и речка подо льдом блестит. Приятно думать о лежанке, но знаешь, не велит ли в санке кобылку бурую запречь, скользя по утреннему снегу. Друг милый, продадимся бегу нетерпеливого коня и навестим поля пустые, леса недавно столь густые и берег милый для меня.